его ресурс. Но дай Бог, чтобы этого не было, да? Мы людей поддержим энергетически. Я думаю, они будут разумными, и возможно, этого не произойдет. Но самое главное, надо понимать, что на самом деле питьевые ресурсы воды, они истощаются. Природа не успевает восстанавливать процессы восстановления питьевого водного ресурса. И самое главное, это все отражается, к сожалению, на здоровье не только наше, и будущих поколений. Наша задача на сегодняшний день как можно больше дать возможность всем, кто хочет этот продукт, и, соответственно, поднять процент потребления. Как мы это будем делать, мы будем сейчас это смотреть уже на примере цифр. С чего начинается бизнес? Но перед тем, чем начать бизнес, еще раз фиксируем, что первое – это эксклюзив, уникальность, запатентованность.